Омская область занимает третье место в Сибири по количеству призывников с наркотическим прошлым. Всего в 2015 году был выявлен 21 человек, а весенний призыв этого года 8. Выявление неблагонадежных призывников говорят о тщательной работе врачей в призывных комиссиях. Большинство же молодых людей, отправляющихся на службу, имеют высшую степень годности. Омичи проходят срочную службу во всех родах войск. Также Омская область входит в число регионов, постоянно получающих заказ на новобранцев для президентского полка.